Всем привет, вы смотрите «Мир глазами охотника». Я Сергей, как всегда, с вами. Мы вчера с Димоном, короче, ездили на гуся. Пробовали последний раз добыть гуся в этом году, этой весной. Ничего не получилось. За целое утро видели только 4 штуки. Белолобика пролетела. Так что я сегодня решил поехать на утку. Ну, прошлый вторник ездили на гуся. Ну, там, если честно, я просто отвратительно стрелял. Ну, и пока просто... Что-то не хочется его делать. Ну, я сделаю видео, там интересно. Несколько налетов мы добыли гусей. Ну, стрельба, конечно, подвела. Вчера мы тоже брали подсадных. Я высаживал одну, потом вторую. Но один селезень подлетел. Мы его стрельнули с Димоном. Горлопанить-то. Ну что, надо подниматься и бить. Заберу. Я тебя страховал. Сегодня, сейчас я такой, это капец вообще. Только что высаживал, в общем, подсадную, достаю ее из каша и выпускаю с рук. Она вот пролетела там уже 10 метров с обрезанным крылом. И в корчи я, короче, там гонялся за ней. И не догнал. И она где-то по корчу и бегает. Я сейчас высадил вторую, и одна надежда только, что сейчас она накричит, и, ну, они же друг друга знают, они все время, всю жизнь вместе тусовались, я думаю, может, она выйдет с этого куста, там пройдет немножко времени, у меня получится ее словить, но одна только надежда на это. И, как назло, ладно бы еще та, которая вот хуже кричит, убежала, а та, которая лучше кричит, поголосистее, у нее голос такой позвонче. Короче, это вообще капец. Ну, в общем, сидим, ждем селезня, ждем, пока подсадная вторая выйдет. Что-нибудь ждем. Короче, не нашел я селезня. Вроде нормально стрелял. Думаю, стрельну по сидящему. Обычно поднимаю их и стреляю.
Блин, лучше поднял, если честно. И ни тебе подсадной не вышло, подсадная, ни тебе селезня. Короче, одно расстройство, а не охота. Это капец, честно, я просто в диком ужасе. И от себя, и от того, что происходит. Ну, молодец, эта пацанная, как бы хорошо покрикивает, но та вот, которая убежала, у нее голос такой звонче был. Ну, явно было видно различие. Блазил я этот корч, не знаю, вдоль и поперек. И не нашел ни селезня. И селезень в этом корче, ну, он такой большой, в принципе, большеватый, и утка где-то в этом корче. Облазил я его вдоль и поперек и не нашел ни утки, ни селезня. Ну, блин, утка, может, ушла дальше, а селезень под ранком должен быть в нем. Ну, я, если честно, запарился, уже полчаса, может, там лазил. И так, и так, и так, все обошел. Блин, ну, так жалко мне утку это вообще. Обошел вдоль и поперек. Что этот корч вот куда подсадная улетела, вторая подруга. Что этот, куда селезень убежал, подраненный. Вот сколько перьев от него выбилось. О. И ушел под ранком. Я, в принципе, практически сразу за ним пошел, но чтоб я видел, что он так уж, я думал, он готов. Что-то вообще никакого настроения нету охотиться. Сейчас предприниму последнюю попытку поискать их и поеду домой. Я думаю, она где-то зашилась просто под корч и сидит. Ну, я уже облазил тут 15 раз все вокруг, не знаю. Короче, получается, утки меня сегодня конкретно так сделали. Я достаю ее так с коша, и она как-то, блин, выскользнула, вроде крепко держал ее, выскользнула и 10 метров пролетела, и потом чих в этот корч, и давай по нему тут как паркурщик какой-то среди этих кустов. Ну, конечно, там нереально было ее словить, чтобы она еще, может, с нагавкой была какой привязана, да где-то зацепилась. А так, а так никаких шансов. Ну, будет жить, я думаю, если никто ее не словит, лиса, осенью кто-нибудь ее стрельнет, либо улетит на юг. Ну и такое тоже на охоте бывает. Я сегодня горе-охотник. Тем не менее, оценивайте видео, подписывайтесь на канал. Будем стараться охотиться лучше.